О, Уэнсли, как ты странно танцуешь. Итак, Энни, ты ничего не понимаешь. Ладно. Итак, королевой бала становится... А королева бала будет та, кто лучше всего понятится с моими детьми. Вот у меня их целых 100 штук. Ой, шучу, 8. Кто понятится, кто выиграет. Хорошо, Уэнсли, пожалуйста, можно я выиграю? Вообще-то я бы с удовольствием. Но я на самом деле мне нужно выиграть, потому что корона стоит много денег, и я тогда смогу сбежать со школы. Может быть, что? Ты мне уступишь просто? Ну, я тоже хочу выиграть, я никогда не выигрывала еще. Вот тебе печенька. Спасибо, я не буду такой печенька, можно я его выброшу? В нем ужасная малина и клубника. Так, хорошо, тогда я беру четверых, и я сделаю так, что они сами захотят, чтобы я выиграла. Ай-яй-яй, пауки, как это ужасно. Эта мягкая игрушка вас разбудит, вставайте. Я думаю, вам она нравится. Мы больше никогда не заснем. Ну что вы, я думаю, вам обязательно понравится у меня. Ты такая милая, Уэнсдей. Да, вы еще не представляете, что вас сегодня ждет. Давайте я вам подарю ваши как бы игрушки. Хотите? Паучки, они очень классные. Я думаю, вам они очень нравятся. Офигеть, они наверняка кусаются. Обязательно. Потом обязательно, когда укусят, превращаешься в паучка. Так, вы куда пошли? Мы будем плавать в бассейне и купать своих новых паучков. А ну выходите из бассейна, малышня, тут мы должны купаться вообще-то. Ну зачем вы нас прогнали? Ха-ха-ха, будете знать. Потому что мы тут будем купаться. Смотри, какие мы классные пацаны. Надо пойти рассказать Уэнсли, чтобы она их прогнала, может быть. Она же что наша... тут у вас случилось? Она не дает купаться. Вы зачем полезли в взрослый бассейн? Ладно, только я могу вас ругать. Я сейчас устрою. Так классно, мы эту малышню прогнали. Что вы тут делаете? Почему вы обижаете детей? Трусы стираем. Вы, значит, так? Ладно, тогда поплавайте вместе с большими, раз вы любите большие рыбки. Это же настоящие акулы и пираньи. Ничего себе. Всего лишь навсего акулы и пираньи. Я думаю, вам вполне понравится. Доброе утро, дети, просыпайтесь. Я вам песенку сыграю на моей новой гитаре. Просыпайтесь. Мы проснулись, фига себе ты у нас певец и игрок на гитаре прям вообще. Сегодня меня зовут Эллит, и я сегодня буду с вами сидеть. Эня, ты что, у нас чуть ушки не завяли. Ну ничего, вот вам всем, возьмите по игрушке, по конфетке, разбирайте, давайте. Там нету тебе пауков, конфетка? Нету, там никого нету, я сама их сделала, хотя купила. А интересно, с чем это конфеты, с козявками? Нет, с клубникой. Ой, клево, мне понравилось. Уэнсли, а нам будут конфеты с козявками? Так, друзья, сегодня у нас на обед. Сейчас я посмотрю, что мы будем кушать. По-моему, у нас ничего не осталось из моей мертвой еды. Я пойду куплю что-то вам очень полезное. Итак, что вы хотите есть? Мы хотим пончики, чизбургеры и что-нибудь вкусненькое. Хорошо, сейчас я схожу в магазин. О, Эннет. Уэнсли. Что ты здесь делаешь? Я пришла покупать еду себе, у меня тоже еды нету. А ты куда пошла? Я ухожу. Ну ладно, а ты что собираешься покупать? Наверное, лук, чеснок, что еще ненавидят? Ничего себе, они с корзинками пришли, вот это смешно. Я знаю, вы знаете, наверное, я куплю самую вредную еду. Ну что ты показываешь? Смотри, какой гнилой помидорчик, я его возьму. Он наверняка. Я нормальный помидор хочу. Нет, нормальный, это слишком просто. Ладно. Она странная какая-то, я помню. Наверное, сегодня мы еще с детьми поиграем в песочнице. Им наверняка понадобится вот этот инструмент. И, конечно же, мы устроим с ними детскую площадку с лесопилкой. Я думаю, им понравится. Уэнсли, что ты тут задумала? Я, пожалуй, пойду. Пока. Буду развлекать. Я же собираюсь выиграть. Ладно, мне нужно купить конфетки, все радужное такое красивое, потому что я очень хочу выиграть. Уэнсли какая-то странная. Что она там затеяла вообще с детьми делать? Ладно, все равно. Покупаем молоко. Ой, привет. Привет. Ой, что это такое? Это такое зелье. Ты хочешь их отравить? Я кетчуп беру. Нет, ты что? Это же просто хэллоуинская еда. На Хэллоуин это очень любят дети. Это конфеты в виде червяков. Я думаю, им понравится. Ну ладно. Ладно. Возможно, это не конфеты, но это не имеет значения. Что вы там купили? Давайте расплачивайтесь за покупки. Да, я заплатила. Здравствуйте, вот, пожалуйста, спасибо, пока. Спасибо за покупки. Я поехала домой. Ты куда? Ой, подожди, Бензи, я тоже хочу. Мне нужно тоже поехать. Ты знаешь, я, наверное, съем одну, попробуем. Фу, тебе реально это понравилось? Очень. По-моему, там скоро наша Анет приедет с Бензи. Помогите, пожалуйста, мне денежками, я бомж. Мне всего лишь надо денежку. Блин, у меня как раз с собой пачка денег была. Возьмите, тетя бомж. О, какие вы добренькие. А мне кто поможет? Я тоже хочу денежку. Ой, а у нас, по-моему, уже нету. Ладно, я свою пачку отдам. Возьмите, дядя бомж. Какие
слабые дети поверили нам. Ха-ха-ха-ха, как их легко разыграть. Нас надурили! Это же несправедливо, нечестно! Где же взрослые? Почему нас так подставили? Ну, вы слишком добрые. Ой, что это происходит? А хотите попробовать наших паучков? Они дрессированные, из баночки. Мы даже уже сами научились на паутинке спускаться с потолка. Кошмар какой! Классно мы их напугали, дети, мы, по-моему, самые крутые пауки. Вот ваши деньги, забирайте, больше не попадайтесь. Ну, вы, конечно, и туповатенькие, но ничего страшного. Спасибо, что спасли нас. Так, вы здесь, а вы уже приехали, идемте скорее. Классно, мы тут играемся в твоих паучков. Так, дети, что тут у вас? Я вам конфеты купила, что вы тут делали? У нас чуть деньги не украли, они от пистолета. Так не давайте деньги, кому попало, пойдемте отсюда. Все, садитесь уже, наконец-то я готова вас покормить. Я думаю, вы просто будете очень ненавидеть мой обед. Ну, это и хорошо. Я так точно выиграю, потому что вы побыстрее захотите, чтобы уйти от меня. А, наверное, я еще приготовлю вам вот это блюдо. Оно очень интересное. Это же самые ядовитые грибочки с отвратительным зельем. Что может быть вкуснее, Венды? Ты самая лучшая повариха в мире. Где ты их собирала? В подвале? На или, самом деле, быть... это нормальная еда, она просто выглядит некрасиво. Это супер дьявольская еда, самая так, вкусная. А я вам тут сейчас приготовлю милкшейк и конфетку туда тоже. Будет все очень вкусно и радужно, прям как я люблю. Хорошо, и я вас накормлю радужным тортом. Вам нравится радужный торт? Обожаю, мы будем всех тошнить радугой. Вот вам всем по радужному торту. Ешьте, надеюсь, вам понравится. Мне очень понравится. А можно мне вот этот розовый с радугой? Да, можно, бери хоть какие угодно. Спасибо, Энни, ты очень вкусно приготовила. Но сегодня нам помогли. Да, смотри. Да, нас спасли девочки, которые у Уэнсдэй. Они спустились что? С потолка, как пауки. Уэнсдэй, дети, смотрите, я вам хочу радугу подарить чуть-чуть. Да ой, вы а что? Зачем Уэнсдэй, ты нам это принесла? Хочешь попробовать моего фирменного торта? Ты знаешь, не надо нас благодарить еще и таким жутким тортом. Мы такое уже в жизни не ели. Тошнит от него, от одного вида. Оно такое все радужное, я точно буду выблевать радугой. Так, на, лучше возьми нашу еду. Чё? Что? Не-не-не, ты же, они, она нам несет своих червяков. Уэнсдэй, да, это конфеты в виде червяков. Ладно. Это хэллоуинские. Дети, хотите попробовать? Знаете, а то меня сейчас вырвет. Меня сейчас вырвет прямо на стол. Мне сейчас тоже вырвет, я не могу такое есть. Это червяки какие-то. Ура! А нет, мы будем с собой да, кататься на колесе обозрения. Клёво! Давайте катайтесь, надеюсь, вам понравится. Ого, какая скорость, ничего себе. Я заплатила, можете кататься. Слушайте, а у нас с вами сегодня особенное развлечение. Ура, кладбище! Так, мы с вами будем заниматься раскопками. Я думаю, вы догадываетесь. Берите свои лопатки, берите свои грабельки. Ура! И начинайте копать. Я сейчас своему дедушку откопаю. Это же в шутку, конечно же. Мы же понимаем, что это все шутка, но... Хорошо, тогда я буду закапывать листики. Вот листики, это хорошая мысль. И закопаем фонарик, давай. Да, чтобы и он светил, не забудьте... Итак, а это радужные ламы. Вам нравится? Конечно, офига себе радужные ламы. Я ничего страннее. Можно покормить лам. Хотите, можете покормить. А они будут кушать радужные наши тортики? Будут. Почему не будут? Хорошо, тогда я радужные. Выбираю радужного малыша ламу. Да все выбирают радужного малыша ламу. Так, ладно, раз вам понравилось это развлечение, я покажу вам самое лучшее развлечение, которое было у меня в детстве. Ой, идемте. Так не терпится посмотреть. Мы сейчас с вами вызовем настоящий зомби. Давайте проведем обряд, и он воскреснет. О, смотрите, это воскресшая собака. Обратили внимание? Она такая милая. Можно она будет моим питомцем? Тузик, Тузик, ко мне, ко мне. Отлично, я думаю, вы точно будете самыми довольными. Итак, давайте ложимся все спать. А нам точно уже надо спать? Я хочу да, еще поиграть. Надо. Такой интересный день, так мне хочется, чтобы он заканчивался. Надеюсь, я выиграю, надеюсь, я хорошо с ними провела время. Ладно, будем спать. Так, давайте скорее ложитесь, уже поздно, потому что уже завтра объявляют все результаты. И я думаю, вы за меня проголосуете. Хорошо, Венсдэй, вы, конечно же, за тебя проголосуем. Мне нужно выиграть, потому что корона стоит много денег. И я тогда заработаю и смогу сбежать из этой ужасной школы. Так, я вам сыграю свою любимую песенку перед сном. Я думаю, она вам приснится кошмары после нее. На поломанной скрипке? А, господи, кто там так играет? Уэнсдэй! Энни, ты что такое? Играешь так я громко? Пытаюсь уцепить детей, смотри. Они хорошо спят под мою мне музыку. Мне кажется, они так не будут лучше спать. Ладно. Ты сомневаешься? Тогда я наушники одену. Пока! А ну, я тогда буду играть рок-музыку! Что ты устроила? На весь дом буду играть! Мои дети любят такую рок-музыку. Нет, им моя нравится. Скрипка лучше. Уэнсдэй, ты со своей скрипкой. Она точно всех сделает кошмариками.
И твоим детям кошмарики будут сниться. О, господи, это у меня сейчас вообще мозги с ушей вытекут. Что происходит? Боже, какая прекрасная песня. Пойдем послушаем поближе. Пойдем и Тузика забери. Давайте, рок-баттл! Что происходит? Мы должны победить. Вы самые лучшие няни. Мне кажется, вы достойны оба первого места. Что? Я где заснула? Вы где спите? Мы что, поменялись комнатами? Что это за розовое место? А, фу, что это такое? Что? Почему тут черное? Дети, дети, встаем. А я думаю, чем это тут воняет? Мы что, с тобой поменялись комнатами, пока спали? Че? Какой ужас, меня сейчас радужкой вырвет. Нет. Не хочу. Итак, нашим победителем становится... Давайте, друзья, проголосуем. Вы за кого голосуете? Я победила? Что? Да! Победила Венсдей! Поздравляю, Венсдей, ты победила! Эннет, я знаю, что ты хотела выиграть, хотя мне нужны были деньги. Но на самом деле победила ты, это будет честно. Ладно. Чё? Так уж и быть, придется остаться в этой школе. Вот такая офигенская серия. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забывай про канал Валеришка Геймсплей, Макс и Валеришка Фэмили. Не забывайте, солнышки, вы самые лучшие. Мы очень любим. Ждем вас в телеграм-канале, ссылка в описании. Всем пока-пока!